Всем привет, дорогие друзья, с вами снова канал Unreal Игры. Ну что ж, мы продолжаем играть в наш летсплей Атом Перезагрузка, это наш 16-й выпуск. Всем привет, с вами Лиз. Всем привет, с вами Беовульф. Так, я слышу там у тебя этих гастов, даже я их слышу. Гасты тоже с нами. Слушай, это тогда бочечки принесешь сейчас, и мы начнем немножко заниматься производством лампочек. Именно почему это нужно? Дело в том, что для автофермы сейчас понадобится очень много вот этих электронных ламп. Так что, следовательно, нужен электроламповый завод. А его нужно запитать магмовым двигателем, которых я сделал еще две штучки. Вот один уже установлен, а второй у меня уже в инвентаре. То есть он как раз таки будет для автофермы. И установлю я автоферму где-нибудь да вот тут. То есть она будет у нас наружу. Может быть, где у нас ферма? Нет, ее так далеко не планировал. Кстати, нужно пока землей тут заставить. Нет, просто они как бы красиво будут рядом с заводом так стоять. А, так, ну так, ладно. Так. Кстати, надо тоже будет карьер проверить, посмотреть, что он там добыл или не добыл. Так, а пока я тут застрою немножко бывший пруд. Так. Акс. Сейчас мы... Конечно, нужно еще посмотреть, сколько у нас получится этих лампочек, и, следовательно, сколько нам... Какую вообще автоферму мы сделаем. Так, что там с бочками, Тарас? Нету. Ага. Так, ладно, отлично. Пока я тут с земелькой быстренько закладываю. А куда тебе их принести? А ты мне их просто скинь. Я сейчас пока что поставлю. Давай мне кидай. Угу. Я там в нижнем мире наполнил бочки. Они по 256 набрали, да? Офигеть. Я не смотрел, а посмотрел. А, ну, то есть у нас... У нас не полные. У нас полмиллиона лавы. Капец. А, блин, жидкостная труба еще нужна. Ладно. Сейчас это быстренько сделаем. У меня есть? Есть? Есть одна. Поставь вот тут. Вот тут вот. Вот тут. Ага. Так, потому что она такая хитрая система. А, блин, еще сервомотор нужен. Ладно. Есть. Тоже есть. Так, стоп. Там газ развалил немного нам. Развалил? Опасно. Где именно? Так, ты поставил? Да. Так, теперь все, включим, чтобы без редстоуна и... И все, да, двигатель начал работать. Сейчас продолжим делать лампочки. Так. Сейчас эта система нагреется. Так, лампочки. Кстати, вы смотрели фильм Mortal Kombat? Старый, который? Не-а. Да. Ну и как вам? Прикольно. На те времена. Не знаю. Сейчас да и уже сейчас... Не очень. Почему? Я сегодня пересматривала его. А, такая ностальгия. Не знаю, я не смотрел. Так, ладно, пока что это все. Но у нас, блин, только 32 лампочки. Я боюсь, что этого может не хватить. Так, сейчас посмотрим. Если ферма у нас будет 3 на 3 и на 4, то понадобится минимум... Так, 9. Сейчас попробую посчитать примерно. 9... 9, 9, 5. Ай, друзья мои, у нас не хватает олова. Сколько там? Да нужно олова еще чуть-чуть, блин, может. У нас, кстати, 10. Есть оловянные кусты. Может быть, с них ну, хватит? С них очень мало. Очень мало. Так, может, тут у нас олово осталось где-нибудь? Не переработан. Так, алюминий, алюминий, серебро, свинец, железо. Оловянный, у нас есть олово. У нас есть все. Сейчас я быстренько запихнул очень много оловянной руды. К счастью, она у нас есть. Считайте, повезло. Повезло, нам крупно повезло. Так, ладно, пока что я сделаю саму фабрику. Так, значит, в основном нам нужны вот такие вот блоки фермы. А, еще нам нужны медные слитки. Очень много. Наверное, не выйдет.
У нас почти стак только. Меди? Угу. Так, железная руда. Никель, ардит. Так, сейчас посмотрим медь. А, ну тогда, возможно, у нас все хватит. Я пока что все забрал. Так, смотрим еще раз. Теперь нам нужно деревянные полублоки, каменный кирпич. Окей. Это тоже не проблема. И у нас почти что очень-очень-очень много песка. Mm-hmm. И почти заполнился этот кристальный сундук. Ну это хорошо. Его же утрамбовывать можно как камень? Кого? Песок. Да. Так, это я делал. Я надеюсь, то, что такие плиты он будет использовать. Так. И возьму тогда древесинки. Так, это мы выложим. И метки мы тоже выложим. Так, так. Тут я, кстати, настроил такую же систему, только без блоков. Теперь, наконец-таки, все будет нормально. Так. А, тут что-то есть. От этого оно не хочет этот выплавляться. Окей, ладно. Пока что сделаем пару блоков. Так. Потому что как только у нас будет автоферма, у нас, считайте, уже будет все. Так, ладно. Нам нужно еще удобрение сделать, насколько я помню, чтобы запустить хотя бы ферму. Так, а удобрение делается из апатита. Ой. А? У нас очень много песка. Ну, песок, я говорил, апатит, что да. Совсем много. Потому что, блин, у меня вообще ничего не лезет уже. Надо выкладывать что-то. Так, ладно. Железо нам пока что не понадобится. Свинец, инвар. Так, ладно, сейчас возьмем песочек и сделаем удобренница. Удобрение. Так. Так. И вот так. Так, ладно, пускай это положим сейчас на место временно. Пока что нам стак удобрения, в принципе, хватит. Так, блин, тут даже некуда его складывать. Охренеть. Да, нужно срочно МЕ-сеть делать. Срочно. Так, это тоже мы получили, окей. Ладно, сейчас, я надеюсь, нам вот этого количества уже хватит лампочек. Так, провода. Да, тут такая хитрая система. Блин, куда я трубу поставил? Вот она. Так. Так, и сейчас в ламповом заводе, собственно, доделываем то, что у нас не хватало. Это лампочки. Ну ты делай, Рафаэль, минимальную, не надо. Так я и хочу 3x3 сделать. Потому что ее. Там от минимальной нормально будет. Ну, в принципе, да. Нормальное мы количество. Так особо древесину-то и не используем. Конечно, потом я сделаю, чтобы все было в промышленных масштабах обязательно. Так, слушай, ты пока там поковыряй олово, потому что нам его нужно до хренища все-таки. Точнее, понажимай. Ну ладно, я уж сам прибежал. Домик так забавно выглядит. Кого-то крипер губу раскатал. Я же говорю, ужас. Да нет, почему? На самом деле, наоборот, красиво. Интересненько. Так, ладно, еще я олово чуть-чуть взял. Вы пока ложитесь там спать, что ли, а то этот... Угу, пойдем. А то пока ночь начинается. Так. Все, продолжаем делать лампочки. На самом деле, лампочки вещь такая, она нужная. Ну, у нас уже 60 штук есть, так что можно выключить этот агрегат. Так. Снимаем трубу. Так, вы легли там? А? Ну ладно, я тогда уже бегу. Я бегу. Ну, можешь уже не бежать, потому что, считай, все, пропустили ночь. Так, ну все. Так, ладно, продолжу я ферму. Хотя, подожди, повернись, Рафаэль. Что такое? Так, ага, нужно еще уголки вниз. А, ты по голове крипера, что ли, смотришь?
Да. А, ну и понятно. У меня, кстати, три штуки надеты на голову. Одновременно. Такой глюк, видимо. Хотя можно и без уголков, ладно. Ладно, понятно. Так. Нужно верстак. Так. Верстачок. А, блин. Я верстак поставил рядом со вторым верстаком. Специально сделал верстак, думал, что у нас нет верстака. Капец, а. А где именно? Да вот на заводе. Так, значит, А. стак блоков. Так, примерно 40 таких блоков понадобится, скорее всего. И меди. Так. Так, кстати, можете там положить переплавляться медь, если она есть? Нет меди. Нету? Просто у нас может, в принципе, не хватить. Так. Потому что если нам меди не хватит, это будет пипец. Опять фабрику не доделаем. Она почему-то очень редко встречается. Ну да. Вот в этом-то и вся и проблема. Кстати, нужно будет вторую расщелину проверить. Там, по идее, должно быть ее много. Потому что там всего-всего понапихано. Нам, конечно, сейчас очень нужно много кристаллов кварцевых. Ну вот у нас примерно 30 блоков фермы есть, но этого недостаточно, потому что тут еще один ярус должен быть в любом случае. То есть лампочек у нас хватает, но у нас сейчас не хватает меди чуть-чуть. Хотя на 3 блока еще хватит. Раз, два, три. Так, ладно, сейчас я пока что установлю имеющиеся. А у нас там меди нету, да, вообще никакой? Ну, похоже на то. Так, получается, сейчас посмотрим от края. А, надо бы сейчас вспомнить, как это нам сделать. Так, раз, два, четыре. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. Получается, вот тут мы устанавливаем. Так, сейчас я примерно просчитаю. Так, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Тебе даже можно чуть-чуть сюда взять. И отсюда сделать подальше. Так, раз, два, три, четыре, пять. Вот так сделать. Так. Я тут пока как раз-таки подготавливаю форму для фермы. Так, 3, 4. Такая своеобразная подготовка к фермерскому делу, как говорится, автоматическому. Так. И вот тут. То есть тут нужно каменными кирпичами обязательно сделать, потому что иначе ферма, она не будет считать то, что это вообще какое-то сооружение. Что такое? Что-то странно, не могу понять. Тут получается неправильно, что ли? У такой фермы проблема, то что тут один блок лишний получается. То есть тут ровно не сделать. Хотя нет. Нет, странно. А что тут тогда не то? Вот оно что. Нашел глюк в своей же системе. Так. Да тут Какой? я неправильно сделал просто. Я считаю, думаю, как так?
не сходится, ай, и все. Ай, ай, я в чем-то застряла. Зыбучий песок? Старый добрый зыбучий песок, наверное. Ладно. Нет, обычный песок и портал. А, так. Сейчас посмотрим. Оловянная руда. Ребята, хоть чуть-чуть нету меди еще? Не нашли? Ну, сейчас... Вообще нет. Электромовый слиток. Плохо. Потому что у нас не хватит иначе на печку. Точнее, не на печку, а на блоке. Ну ладно, пока начну строить, сейчас посмотрим. Может, все-таки вы наковыряете или карьер там наковыряет чуть-чуть. А, кстати, а портал не убрали с этого, с карьера? Нет. Мы им сейчас пользуемся. Я весь песок перетащила в сундук. Mm-hmm. Так. Будет земля, значит, тут еще один уровень точно. Так, вот так. Так, тут у нас второй уровень. Два. Так, если все правильно я делаю, примерно получится вот так. Ферма, насколько я помню, в любом случае в 4 блока должна быть в высоту. У нас буквально не хватает 2 блока на ферму. А сколько это надо меди? Ну, меди 4, наверное. Ну, 4 руды бы хватило бы уже просто с излишком. Я иду поищу. Ну, так, да, давайте поищите, потому что я сейчас на карьер быстренько отправлюсь, посмотрю, что там происходит. Так, карьер. А, ну карьер пока что только еще верхний слой добывает. Печаль. Так, ладно, надо побегать по пустыне где-нибудь. А, у нас, кстати, вот тут медь была. Слушайте, это нас спасает. За счет того, что вот эта медная гравийная руда, которую никто не замечал из вас, она нам как раз-таки поможет доделать ферму сейчас. Я надеюсь, что ее хватит. Так, ладно, сейчас быстренько закину в переплавку. Кстати, а если мы найдем второй портабл... Portable Tank называется, правильно? Portal Gun? Да? А, Portal Gun, вот. А, он также будет соединен с этими, с порталами уже имеющимися? Нет, нет, он или будет, нет? Он будет по-другому знаю. Работать. Он как отдельный, по идее, должен. Но, нет, именно если такой же, я не знаю. Возможно... Нет, он просто соединяется, он только может сам собой все. То есть, в принципе, не должно быть ничего такого другого. Ладно, идет переплавка медной руды. Просто это будет очень удобно. Ну да. Так, отчаянно ждем медь. Ой, пипец, конечно, надо 100 карьеров поставить будет, чтобы у нас ресурсов было навалом. Это просто капец какой-то. Кстати, а ты воду разлил? Или решил не добивать обсидиан? Нет, пока я воду не разливал. Пока что, потому что это, ну, времени заняло бы в серии, пока что. Mm-hmm. В принципе, это обязательно нужно будет сделать. Надо будет взять как раз-таки ведро потом. О, я нашел кусты опыта. Угу, отлично. Добывай, добывай. Так, ладно, тогда уже она пока что, пускай руда тогда переплавляется, тогда уже продолжим в следующей серии, тогда пускай будет две части у нас. И уже в следующей серии мы обязательно доделаем автоферму. Ну что ж, на этом все. Надеюсь, что вам понравилось. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и всем пока. Пока. Пока-пока.